Всем привет, с вами Влад, и в этом видео я расскажу вам, как пройти Королевский Чарт с Дарьей Ледяной Короны. Сразу скажу, что этот способ будет подходить для начинающих игроков, так как в нашей колоде не будет ни легендарок, ни эпиков, и по минимуму арк. Суть нашей колоды в том, чтобы раскачать гиену до такого состояния, чтобы убить Короля Лича до 7-го хода. Для того, чтобы сделать это, нам нужен очень хороший заход. А это значит, что нам придется рестартить игру не один раз. Для того, чтобы мне пришли в руки хорошие карты, мне пришлось перезапускать игру около 20 минут. Но если вы их найдете, победа вам почти наверняка обеспечена. Код колоды будет в описании. Надеюсь, я вам помог. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока.